Всем добрый день. Я еще раз хочу поблагодарить за возможность участия сегодня здесь. И я считаю, что это очень важное дело. Очень важно говорить о женском равноправии сегодня. И очень важно организовывать подобные дискуссии. Я начну с того, что все политологи, все политтехнологи, которые работали со мной на президентской кампании, говорили мне, умоляли меня: «Ксения, пожалуйста, на вопрос, феминистка ли ты, не говори «да», не говори, что ты феминистка». Я говорила: «Как так? Это то, с чем я живу всю жизнь и во что я по-настоящему верю». Опросы в России показывают, что слово «феминизм» для большинства не только мужчин, но и женщин является, ну если не ругательным, то негативным. Феминистка в представлении среднестатистического россиянина – это женщина в безмерном пиджаке, которая плюется на пол, курит сигареты и ведет себя малопристойно. Это как минимум невозможность получить даже сведения о том, что такое настоящий феминизм. Но я не слушала политтехнологов, потому что я феминистка. И я считаю, что феминизм, как борьба за женское равноправие, сегодня, к сожалению, до сих пор продолжается. Мы видим это по всему миру, мы видим взрыв, в общем, этого движения в Америке сейчас после определенных событий. Мы видим, как эта борьба совсем еще не окончена. Она только, в общем, по сути дела, переходит в какую-то новую стадию. И мне кажется, что самое главное в этой борьбе, помимо того, что, конечно же, во всем мире принимается огромное количество решений, чтобы убрать так называемый стеклянный потолок, который, безусловно, существует, и во всем мире женщины получают примерно на 30% меньшую зарплату, чем мужчины. Просто вдумайтесь в эту цифру. Мужчинам удобнее и комфортнее работать с мужчинами. И на высших должностях они хотят видеть именно мужчин, им легче где-то договориться за кружечкой пива, им кажется, что им легче друг с другом коммуницировать, и психологически они принимают такое решение, и это очень сложно доказать, что тебя не взяли на какую-то новую должность только потому, что ты ходишь в юбке и потому, что ты не любишь пиво. Второй момент, как мне кажется, самый важный, и в этом я вижу свою цель в жизни в России, это поменять психологию самих женщин. Это огромная проблема, о которой, как мне кажется, мы пока еще мало сегодня говорили. Женщины сами готовы находиться в той роли, которая традиционными обществами им предположена. Большинство женщин в России видят своей мечтой и отвечают на вопрос, в чем вы видите счастье своей жизни. Это стабильный брак за хорошо зарабатывающим мужчиной, родить как можно больше детей и заниматься домашним хозяйством. Нельзя сделать человека насильно счастливым. Нельзя сделать женщину насильно равноправной. Для этого нужно менять стереотипы, и для этого нужно менять психологию женщин. Но я вам приведу простой, очень личный пример. До моей политической жизни, как, может быть, многие из вас знают, я много лет была известной телеведущей, работала много лет на всех главных российских каналах, и меня очень много знают в России людей. До 36 лет у меня не было ребенка и не было такого желания его завести. Большинство желтой прессы в России считало, что либо я чем-то больна, либо я не могу стать матерью, потому что в большинстве менталитета женщин России не иметь ребенка до 30 лет – это катастрофа. Невозможно, как же так? Почему только после 30 лет может женщина принять такое решение, если у нее все в порядке со здоровьем? Это же не про равноправие, это просто про менталитет. И вот мне кажется, здесь кроется огромная проблема того, что мы должны исправить. В первую очередь, это
та реклама, которую мы видим по телевизору. Почему мы всегда видим женщину, которая что-то стирает порошком Тайд или каким-то другим порошком к приходу мужчины, чтобы встретить его в белоснежном и вручить ему белоснежные рубашки? Почему мы видим женщину, которая моет посуду и готовит вкусный суп из какого-нибудь растворимого бульона к приходу мужа? Это все то, с чем мы живем с самого детства, нам внушают определенный стереотип. Мужчина сильный, хорошо зарабатывающий, умный. Вот те три качества, которые по последним опросам в России называют все россияне. Это вопросы ВЦИОМа, и мужчины, и женщины эти три качества считают самыми главными для мужчин. Как вы думаете, я задам вам всем простой вопрос, какие качества и среди мужчин, и среди женщин считаются главными для женщин? На первом месте. Сможете мне подсказать? Красота, конечно же, красота, скромность и умение быть хорошей хозяйкой. Пока мы не поменяем этот менталитет, пока женщина сама не захочет много работать, зарабатывать деньги, конкурировать с мужчиной на равных, иметь не только равные правила игры, но и равную ответственность за свои действия, не занимать позицию, что когда я хочу работать, я женщина равноправная, но когда мне нужно чуть больше, как же так, я женщина, вы должны мне уступить. Равноправие – это еще и равная ответственность. И в этом смысле женщины должны захотеть поменять вот эту устоявшуюся модель на модель более сложную, но модель равного участия и равной конкуренции с мужчинами. В этом смысле, да, есть один большой нюанс. Мы все женщины, которые добились успеха, я уверена, вы все, сидящие за этим столом, со мной согласитесь, мы все игроки в футбол на песке. Для того, чтобы оказаться здесь и говорить о том, о чем мы говорим, для того, чтобы построить свои карьеры, мы должны, извините, Николас, и извините, Ржан, были сделать, ну, минимум в два раза больше усилий, чтобы прийти в эту же точку, потому что мы должны были еще хорошо выглядеть, завести семью, иметь детей и сделать все это в то же количество человеческого времени, чтобы построить еще и карьеру и быть успешными, как и мужчины. Но это и дает, на мой взгляд, нам возможность развиваться еще активнее, будучи этими игроками в футбол, которые всю жизнь играли на песке, а потом выходят в большую жизнь играть на асфальт. Поэтому главное, помимо тех законов, которые мы тоже предлагаем, и в рамках своей компании очень много об этом говорила, такие законы должны быть приняты. И в этом смысле, ну, конечно, пока мужчинам будет выгоднее принять на работу мужчину, хотя бы даже потому, что у женщины есть декретный отпуск, и женщина может в любой момент в него уйти, и ты будешь обязан по закону платить ей деньги. И в этом смысле меня восхищает пример Дании и других скандинавских стран, и я предлагала это в своей программе, например, делить декретный отпуск, когда тебе дается декретный отпуск на родителей, а не на женщину, и вы обязаны его делить между собой. Если вы его не делите, то этот отпуск и это время, которое оплачивает государство, оно просто пропадает. Да. Помимо этого, мы должны заниматься прежде всего развитием, образованием женщин. И тогда женщины сами захотят быть независимыми, сами захотят поменять свою жизнь. И вот это образование в нашей стране, и, как мне кажется, и в вашей тоже, наверное, самое главное для того, чтобы женщина по-настоящему была равноправной.